29 августа во всем мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. Напомним, что эта дата учреждена Генассамблеей ООН по инициативе Казахстана в 2009 году. В этот день, 28 лет назад, указом первого президента нашей республики Нурсултана Назарбаева официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон. Наша страна отказалась от использования четвертого по мощи в мире ракетно-ядерного потенциала. Сегодня Казахстан – один из лидеров всемирного антиядерного движения. Так, для содействия вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний страна запустила международный проект «Атом». Любой житель планеты может подписаться под онлайн-петицией с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний. Кроме того, огромное значение имеют такие инициативы Казахстана, как учреждение совместно с соседними государствами зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Напомним, она стала пятой по счету на планете. Также наша страна стала инициатором и соавтором всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2015 года.